Рязани активно идет ремонт дорог. Работы ведутся сразу в нескольких районах города. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев, глава администрации города Виталий Артемов, начальник управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации Рязани Валерий Бибко, а также рязанские журналисты совершили объезд 4 улиц города, где ведутся дорожные работы. Под начальственный анализ попали Семинарская, Первая железнодорожная и Спортивная улицы, а также перекресток улиц Колхозной и Горького. В ходе осмотра стало ясно, что на улице Семинарской работы планируется завершить до 15 октября. Осталось положить 150 метров тротуарного камня, оборудовать дополнительные парковочные места, высадить липы взамен спиленных деревьев и положить асфальт на 1 километр 70 метров дороги. Подрядчик, занимающийся улицей Первой железнодорожной, обещал уйти с объекта уже через неделю. Глава региона, оглядев фронт работ, добавил дорожникам дополнительную неделю, дав задание спилить аварийные деревья. Узнав, что улица Спортивная, где расширяют дорогу и делают новый тротуар, будет готова лишь к 25 октября, губернатор распорядился завершить работы в более ранний срок. Мэр Виталий Артемов пообещал, что объект будет сдан к 15 октября. Участок улиц Колхозной и Горького протяженностью 795 метров будет готов к 10 октября. Улицы Семинарская, Первая железнодорожная, Спортивная и Колхозная крайне важны для организации качественного движения транспорта и уменьшения количества пробок, заверил Олег Ковалев. Я считаю, что мы на правильном пути, и в следующем году мы, по крайней мере, не меньше вложим в развитие транспортной инфраструктуры города. В условиях, когда надо убыстряться, для меня важнейшим является качество работы.